Всем привет! Бывает так, довольно-таки банально, что прикормка не работает на рыбалке. Что же делать и как быть? Самое простое, что можно сделать, например, данная прикормка сладкая. Никогда не зная настроения рыбы, можно предположить, что сегодня ей такая прикормка совершенно неинтересна. Как же исправить ситуацию? Самое простое, что мы можем сделать, добавить мне специи для рыбалки, либо добавить анисовый трактант. Анис как специя тоже прекрасно работает. При том, что добавлять специи для рыбалки, либо анис для рыбалки, можно уже даже в готовую замешанную прикормку. Так, мы относительно ароматной базы прикормки меняем ее запах. Соответственно, она по-другому уже начнет работать и привлекать рыбу. Также рекомендую тщательно прикормку перемешать, чтобы запах распределился. Как сделать специи для рыбалки, как сделать аттрактант для рыбалки, смотрите по ссылке в комментарии. Это все не продается, а только изготавливается своими руками. Действуя таким нехитрым способом, я без проблем спасаю себе рыбалку. Всем спасибо за просмотр, до скорых встреч!